Всем привет! Прямо за моей спиной находится прекрасное здание – общежитие Уральского федерального университета. Как же получить ключи от этой прекрасной виллы, спросите вы? А я вам сегодня и отвечу. Для начала возьмите с собой паспорт, полис и их ксерокопии. Действительную флюорографию, прививочный сертификат, 6 фотографий 3×4 и это же фото в электронном виде на любом из носителей. Первый твой шаг путешествия в страну общежитий – это прохождение медкомиссии. Сделать это можно в медсанчасти университета по адресу Комсомольская, 59. Прямо вот здесь. Второй шаг – получение документов. Адрес выдачи ты найдешь на странице своего института. Ну а чтобы получить ключи от своей уютной комнаты, тебе необходима выписка из протокола жилищной комиссии университета и договор найма жилого помещения в общежитии. Целых 3 экземпляра. Третий шаг – оплата договора найма жилого помещения в общежитии. Четвертый – это оформление временной регистрации. Это ваш новый дом. Но сниматься с регистрационного учета по месту жительства нет необходимости. Паспортные отделы вы найдете по адресу Коминтерна 11 и Чапаева 16, в зависимости от номера вашего общежития. Но не забудь сделать ксерокопию паспорта, потому что его заберут на несколько дней. Ну и последний шаг – оформление проживания в своем общежитии. Для этого принеси в свое общежитие выписку из протокола комиссии университета, договор найма жилого помещения – 2 штуки, оформленную медицинскую карту, фото и квитанцию за оплату помещения. Вот и все. Ты живешь в общежитии Уральского федерального университета. Проще простого.